Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сейчас мы с вами поговорим о использовании такого очень важного ресурса для собак, как кормление. Мы почему-то все пренебрегаем использованием этого ресурса. А тем не менее, в этот момент как раз формируются такие базовые понятия в дрессировке, как выдержка и концентрация внимания. Выдержка, когда вы ставите тарелку, да, собака не подходит к еде без вашего разрешения и концентрируется на вас, то есть она смотрит вашего разрешения, вашего одобрения. Здесь не надо прибегать ни к каким, собственно говоря, физическим воздействиям на собаку, да, там мы ни преграду никакую не ставим, не говорим маркер нет, ничего такого делать не надо. Просто если животное, вы ставите тарелку, начинает подходить к нему, вы просто поднимаете эту тарелку. Ставите тарелку, животное начинает подходить, вы поднимаете тарелку. Ставите тарелку, животное начинает подходить, вы поднимаете тарелку. Постепенно животное начинает понимать, что без вашего одобрения, собственно говоря, тут делать нечего. В данной ситуации у меня собаки находятся в будке. Если вы делаете в квартире это, то можете посадить собаку на выдержке там, по команде сидеть, да? Или по команде лежать, допустим. Как только начинает сходить с места, вы эту тарелку забираете. Ешьте. Маруся, ешь. Один из методов корректировки нежелательного поведения – это смена мотивации. То есть смена мотивации. Собака нетерпеливо хочет покушать, да, бежит. Нам это откорректировать надо, ее нетерпеливое поведение. В результате своего ожидания она получает такой ресурс, как еда. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Всем спасибо.